Привет. Русский или это девушка? Друг. Привет. Как зовут? Юля. Юля. У нас много людей. Много Юли сколько? Одна? Ну и одна у него, еще друг. И девчоночки, бабушки. А ты разве что деньги с бабкой? Давайте, давайте, к бабушке. Бабушке, 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 бабушке. На ручки, бери, садись. Ну, садим, бабки не машину. Так, встали? Встали? Ну,
Пончиков мы съели же, что-то. Пончики. А сестру кормить надо, да, худенькая. И уж ясно, чему им так горонцы, не ясно зимно. Выходим по таким сходам. Дорже, расскажи нам, что, где мы и что это нас окружает. Мы в Катманду. Да. Нас окружает Катманду. Ну, и скажи, где мы вообще так. Это... Мы здесь. Ну, хорошо. Ну, что это за дом, что это за место? Это дом Роджера. Хорошо. А скажи нам, что вот там? Это такая большая вот там башня. Шерпа Гомпа. Ну, это башня. Вон там ступа. Вода ступа. Можешь что-то о ней рассказать? Нет. Хорошо. А вот это что? Это вот этот весь комплекс. Это пятизвездочный отель. Ну, и скажи что-то, что-нибудь о нем. Просто отель с большой террасой. Ага. И сколько там нужно платить? 40 тысяч. Самая дешевая комната в день. Ты сказал 30. 30? Да, 30. 30-40. Самая дешевая комната. Да, хорошенький. Что-то еще здесь знаешь такое? Нет. О чем можно рассказать? Например, вот там. Вон там Ранжун Еше, где мы учимся. Подожди, где? Где белая такая, с коричневыми окружающими штучками. Покажи вот здесь. Вон. На этом. Здесь вот. Вот это, да? Вот это. И что это? Это Ранжун Еше институт, где мы учимся. Да. Интересно. А вот смотри, там что еще есть? Где? Вот. Там подожди. Там смотри, больше ничего не знаю. Иди сюда, смотри вот здесь. Смотри. Вот. Смотри, просто смотри. Вот там. Такое. Не знаю. Вот теперь смотри. Не знаю. Ну, хотя бы вот ну, это. Не знаю, честно не знаю.
А вот там что? Вон там какая-то гонка, и там тоже гонка. А то есть, в каком монастыре?